Че, ёпта, мобила есть? С камерой дай позвонить, а? Всем здорово, с вами гопник Бэтмен. И ёпта, я всем зад додеру. Буду на картах всю игру проходить. Так, давайте-ка, могу я тут дверь открыть, не? Не, ни хрена. Ладно, попетросянил немножко и хватит. Фак, гляньте, меня еще не заметили. А что не... Что они делают, я не пойму. А, этих преступников пиздят. Так, давайте-ка, у меня есть... Дымовая граната. Hello! Всем надеру жопу. Чуваки, вы по сравнению с Дефом вообще лошары. Там, конечно, была эпичная битва. Так вот я их уделал. Чуваки, вы можете жить пока что. Так, дверь заперта. Так, а, вот, вижу. Как там проламывать? А, ну надо, наверное, с крюком. Не, ни хрена. Ай, ну как же там, пробел, дабл и пробел, 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 или типа того. Ну что, не это, не получается. А, с помощью взрыва, господи, блин. Ну просто в первой миссии, как вы помните, там что-то похожее было, я подумал, надо с собой пробить. Ну, ни хрена. Так, что тут у нас? Просто проход. Так, а здесь кто? Гордон с женой? А, с дочкой. Так, а здесь я могу использовать бэткоготь, наверное. Хотя не, ни хрена я здесь не могу. Так, и они только сейчас заметили, что я вломился. Да, ну тут, конечно. Ну, будем надеяться, что меня не запалят.
Так, и что мне тут надо делать? Всех кукнуть? Можно... А, вот, вижу. Хотя ни хрена не понятно тут. Фак, меня заметили. Давайте-ка я эту хрень сломаю. Хотя ее никак нельзя сломать. Блин, ну... Ребята. Фак. Бетси, прячься. Фак, посмотрите на это. Ну, охренеть теперь. Ладно, со всеми разберусь. Отвалите от меня. А, блин, у них не выпадает оружие. Это хреново. На самом деле. Бетси, быстрей! Ох, как чел улетел. Последний остался. Похари ему. Так, все. Теперь я могу пройти. Надо взломать код. Так, на что там у меня? А, вот, на ноль. Анмиро. А, мирнотворец там. Или что там было? Ох, это было круто. Там здесь глушилка какая-то. Ну-ка, могу я ее сломать? Не могу. Арсилу. Что за хрень? Security protocol I'm not familiar with, and the windows are reinforced glass. The disruptor in the evidence locker might do the trick. Так, из какого шкафчика? Где он? О, вот так вот, круто. Как же классно так по лицу. Так. Стражи Готэма пароль.
Так, мне нужен там... что мне там нужно? Декс... А, деструктор. Ну, вниз. Хорошая, блин, какая-то идея спуститься в тюремные камеры. Блин, а... Мне точно сюда? С оружием есть еще один. Кстати, ударный детонатор — прикольная такая штука. Лови! Почему-то у меня добивание на нем не получается. Вот, наконец-то. Последний остался. Чувачела. Так, вроде пока правильно иду. Good, you've made it to the infirmary. Now look for an entrance to an old elevator shaft. That will take you to the evidence locker. Got it. Так, ну здесь понятно, что это взорвать надо. Крутые парни не смотрят на взрыв. Так, что тут у нас? Пиксельные плакаты. Так, сам не наверх-то хоть. Ну, думаю, наверх. Хотя, не уверен. Надо здесь посмотреть, наверное. Не, значит, наверх. Так, с... Здесь мне понадобится управляемый коготь. Вот он, я проник в шкафчик для хранения улик. Ну, ну, место, где хранятся улики. Где? Вот это. Новое оружие. Now I should be able to bypass the security on the server room door. Так, он у меня на девяточку. Круто, блин. Типа дробовика, что ли? Ладно, сейчас заценим, что это такое. А, вот. Почему я не могу вот это... Вот, сломать. Никак.
Даже этим деструктором он даже не стреляет. Что это такое? Ладно, разберемся. Такс. Ну, похоже, мне придется возвращаться назад, откуда я пришел. Да? Мне дали новый уровень. Одно очко. Давайте я защиту от пуль поставлю, а то вообще что-то слабенько. О, гляньте, там сбежали преступники. И с ними Бэйн, похоже. Так, глушилку я отключил. И надо, наверное, взломать дверь, что ли? Да. Там не вижу Бэйна, по-моему. Изоляция. Да, это Бэйн. Ни хрена себе они тут устроили. Ох! Так, копов не трогаем. Мужик! Полегче. Так, надо оттуда отойти. Вот сюда вот. Давайте, идите ко мне, что вы. Вот это еще привязался. Дымом, что ли. Сначала с мелкой сошкой разберусь. Отпусти меня! Смотрите, своего же порезал. А Бэйн еще живой. Не Бэйн, это обычный чел. Короче, ну похож просто. Не знаю, кто это. Не, это, скорее всего, был обычный какой-то чувак. Вот так вот я со всеми разобрался. Простите меня за мою ошибочку. Это был обычный какой-то нуб. Так, откуда я пришел? Ну, мне, наверное, сюда. Нет, блин, я же отсюда пришел. Так, мне в другую сторону. Сори. Мне наверх.
Вот там я вижу какая-то штука зелененькая. От Энигмы. Как бы туда попасть. Хотя нафиг мне это не надо. Пойду я. Мое дело выбраться отсюда. I got a pulse. All right, call it in. Let's get him to Gotham General. Will do. Soon as he stabilizes. Так, вот то место. Но теперь у меня есть детонатор. Ну, почему он... А, вот. Давай, стреляй. Вот, все. Получилось. И теперь я могу взломать. Засекречено, или типа того будет, наверное. Да, засекречено, угадал. Access to the National Criminal Database. It's right here. You must spend a lot of time here. Cool poem box. You're bypassing the network security. But you'll need to physically bridge the intranet to the external telecom wires if you want to uplink remotely. This kind of knowledge could get a young girl into a lot of trouble. They run under the building. What does? The telecom wires. You can access them through the sewers. Wait. Why do you do what you do? Because I made a promise. Get out of here! Началась она, блин, с Бэтменом. Пока, ребята. Alfred, I'm on my way out, but before I can access the server remotely, I need to hack into the telecom wires under the GCPD. You should be able to access them through the sewers which run below the building. I'll peg the closest entrance on your map. Sir, they say the bat doesn't... Penguin's man said the disruptor can be used to jam their weapons. Так, я могу их не оружие нейтрализовывать. Круто. Ну почему он не стреляет? Ладно, я с ними так разберусь. Положь, не поднимай. Сейчас я с этими сначала всеми, а потом с щитовиком. Вот так вот можно делать. Все. Даже не понадобился этот деструктор. Конструктор. Заперто, опять надо взламывать. Ну, постоянно это, честно, уже задолбало. Короче, не успел я прочитать. Ну что, выбираюсь из участка. А, не, ни хрена. Везет Бэтмену сегодня.
but you need to stay out of my way. Never. Listen, I'm on your side. My side? My side works within the law. My side doesn't leave suspects with broken bones and missing teeth. We've earned Gotham's respect. If that were true, I wouldn't leave. Gordon, clear the line of fire! Hold your fire. If he moves, take him down. You've got nowhere to run. Move, Gordon! I'm taking him down! Идиоты, что вы делаете? Да что вы, блин, как маленькие дети за оружием все лезете? Вот так вот я спас Гордона Фримена. Гордон, ты жив? Живой вроде. Ну ладно, хрен с ним. Я не считаю его таким уж прям супер вау персонажем. Хотя видел Бэтмена. Good work, Alfred. Oh, and sir, do try to keep out of the muck down there. Remember who has to clean your... Что ж, удачненько так сходил. Hello? Hello, Batman? It's Barbara. Sorry for hacking into your comms, but I need a favor. Some evidence crates have gone missing. Теперь у меня есть подружка по имени Барбара. So I'm sending you their GPS location information. Use your weapon disruptor on any crates you find. It'll fry their circuits and render the stuff useless. Так, давайте, я думаю, здесь закончу. Следующее у меня задание — проникнуть в канализацию под полицейским управлением Готэма. Это вот здесь, недалеко. В общем, всем удачи, спасибо за внимание. Подписывайтесь на Игроманию, ставьте лайки. Если вы еще не подписаны на наш паблик vk.com/onlinegamer, то подписывайтесь. Хотя, конечно, это маловероятно, что вы тут там не подписаны. Ладно, всем удачи. Ну, главное, подпишитесь на наш канал. Там еще не особо много подписчиков, но скоро будет дофига, вот увидите. Вертолет тут летит какой-то. Ладно, прячусь я, короче, все. Всем пока.